Ну что, вроде дали отмашку, можно ехать. Так что погоним. По очереди. 8 километров надо проехать. Володя, пока не заезжай, ставь место, если что, чтобы жопу не сдавать. Ну, посмотрим, что там и как. Вот, Валера проехал. Валера, сильно не разгоняйся, да? Боишься потеряться? Не потеряемся, Володя. К вечеру будем. А что, налево? Пошел. Нам налево лучше. Пойдем смотреть, что там и как. Переположить? Ближе подъехать к камере. Thank you very much. Good luck. Мы едем дальше, ребята. Конечно, переположить, а как иначе? Не поеду же я, блин. Через заборы. Ну вот, пошли нам сейчас вот. Володя, едешь? На параллельную дорогу. Да, Валера, еду, еду. Нормально, я в пути, я вас вижу. Выпустили, я говорю, выпустили, едем. Это хорошо? Загрузку, блядь. Бомж, бомж. Я думаю, не потеряемся. Здесь где-то рядом. Что-то я простыл. Не простыл, но замерз, так скажем. Там вот впереди Володя. Потом направо и на эту дорогу надо будет заехать. Где-то я тут был, блин, или вот здесь я был. Нет, не здесь. Я смотрю, Олег Тёма уже на хвосте у меня. На хвосте. Или вот здесь я был. Где-то я вот тут был. Где-то вот вокруг этой вот территории. В районе этой дороги. Не, ну по-моему не здесь. Там была большая территория. Ой, реально, блин, аж сопельки потекли у меня, блин. Тут так, не то что холодно, морозно и ветер. По градусам. Скажу, сколько у нас градусов. 0 градусов у нас. Дорога, конечно, тут такая ущербная.
всеми. Две ЦМРки только осталось. Все забрали. Вот стоят так, блин, на песочке машины. Не, и не здесь я был. Но где-то вот в районе того моста. Нормально, как люди ночуют в грязи, в песке, коллеги. А приходится. Ну, причине, что вот, может быть, вот здесь я был, с правой стороны. Что там за звуки какие-то? Рация, что ли, блин? Рация, кстати, что-то у нас рация делает. Такая вообще, блин, слышимость. Во, вот здесь я был, точно. Да, вот здесь я был. Вот здесь я стоял, с правой стороны, да, вот на этой логистике, я помню. Да, вот здесь. Мы еще с Игорехой были, блин. Другом моим покойным. Ночевал. Ночевали мы здесь. Блин, как это давно уже было, блин. С нами какие-то ребята стояли, у них что-то печка навернулась или что-то. И тоже, кстати, было. Нет, тогда был ноябрь месяц. Блин, да, жалко, Игорёха, что-то я вспомнил. Друга своего, самых колясок. Дружили, блин. Но уже ушел. Эх, Игорёха, блин. Бывало, соскучишься так в дороге, позвонишь ему, блин, поболтаешь. Спрашивает, братуха, ты где? Я говорю, блин, во Францию. Нифига себе. Офигеть. Когда заедешь? Я говорю, не знаю, Игорёня, не знаю. Не могу ничего сказать. Да. В мае ушел. Уходят друзья, уходят ровесники. Время летит. Ну ладно, хватит о грустном. 4 километрика доехать. Вот видите, вот так стоят. На земле прямо, коллеги. Литва. Кстати, я хорошо заехал. Они-то ехали через весь Вильнюс, а я с другой стороны. Я по плохой по дороге шел. Потому что я прикинул, что время, когда я попаду в Вильнюс, уже будет нехорошее. Эти пробки, они мне нафиг не нужны. Литовские. Надо будет сообщить с выгрузки. То я уже на выгрузке. Ребятам будут груз искать. Но я думаю, что мне тоже будет искать. Правильно, логично. Может, попутный. А может, вообще, блин, совсем все изменится. Кстати, Валеру в Польше проверили. Они, говорит, ехали. И там транспортники стояли. Валеру остановили. А Володя пошел дальше, его пропустили. Так 45 минут Валера, говорит, там отстоял.
потом надо будет вправо, и мы прямо туда должны приехать. Из 1,3 километра вправо показывает, правильно? Правильно. На всем супе указывает. О. О, Володя, ты умеешь по-литовски говорить? Как я не люблю мат. Что поделать? Бывает, что чертыхнешься и слово нехорошее скажешь. Но бывает ситуация. Такая наша работа. Сейчас чихну. Спасибо. Вот здесь направо параквату грузить. Так. Еще прямо. А вот там уже направо надо будет. О, троллейбусы здесь ездят. В Литве троллейбусы есть. Да, но с физическими, конечно, не сравнить. Наверное, белорусские какие они там. Ну такие древние. У нас таких в Риге уже нет троллейбусов. Ну что? Да, блин. А троллейбусы здесь древние, ребята. Офигеть, какие древние. Готов будем грузиться прямо на стоянке грузовиков. Остался 1 километр до выгрузки. И они одиночные в основном. Я бы смог работать на троллейбусе. Я, кстати, скажу вам, что гармошкой легче управлять, чем таким одиночным. Намного легче. Что он к перекрестку не подъезжает ближе? А в чем проблема? Берешь и едешь. Вообще проблемы не вижу. Это не Елгава, блин. Здесь дороги такие нормальные. Я помню, учился. Ну да. На перекрестке, кстати, можно заехать на встречку, если она свободна. А вот там, где наступи дорогу, там нельзя, блин. Как сейчас помню. Ну не на встречку, а через стоп-линию. Потому что там, где уступи дорогу, могут остановиться в любой момент машины. Какая-то избушка. Раз, два, три, четыре, пять. И вышел зайчик погулять. Такой, блин, интересный, офигенный обзор на стоп в этом знаке. Ты справа не видишь. Едет, не едет, блин. Рампа первая или четвертая? О, блин, сейчас будем тут чертовать. А, ну вот, 11-й дом. Нам сюда и надо. Всей бандой пришли вместе.
876. Тут никто не сидит. Это туалет или это окошко? Вроде все заехали. Рампа 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так. Вернее. С какой стороны? Вот. 2, 3, 4 рампа. Ага, это наша. Тебе надо здесь? Да, потому что у меня будет 1, 2, 3 или 4 рампа какая-то. Я пойду, скажу в ресепшн, потом отъеду. Я чуть вперед проеду. Ну что, ребята, опс. Итак, выгрузили меня, выгрузили ребят, у всех, блин, повреждения груза, ну, в принципе, не наша вина, это коробки, нижние коробки просели, у меня одну коробку при загрузке порвали об стойку, говорит, блин, что мы еще доставили более-менее груз, до нас было вообще ужасно. Ну, коробки легкие, они навалят наверх и типа проседают. Ну, поставили там печать, сказали фотографии в системе. Я, помните, писал о том, что в ЦМР-ке писал, что этот самый, что грузили без меня. Вот поэтому тоже достаточно важно писать такие вещи. Я не могу следить, что там загруз был. Ну, тем более там у них палеты, блин, высокие, ну, не знаю, короче, там коробки помяло. Ну, ничего страшного. Не моя эта проблема, не моя вина, так скажем. Как-то вот так. Ну, ребята пошли на Побрат. Погрузка у них завтра утром. Говорят, что туда вроде 3 машины должно было быть. Я тоже якобы. Но я не могу туда ехать, потому что... Ну, типа, они говорят... Тебе тоже туда. Я говорю, ну, ребята, ну, у меня информация должна быть от моего начальника, не от вас, правильно? Поэтому как-то не знаю. Жду, написал. Пишет, что ждет адреса. Какой адрес? Хотя бы направление. Я говорю, может, направление хотя бы есть. На данный момент и направления нет. Ладно, жду информацию из офиса. Погода портится. Снег пошел. Все дела. Ребята уже поехали. Они ждали меня. Решили ехать. А я жду. А вы со мной, да? Ну что, ребята, только в итоге место... Время потратил. Сейчас меня там держат. Я ребятам паркинг показал. Они туда приехали. Там 3 места только. Ну, сейчас меня держат, блин. Только время потерял.
Ёпарасота. А так надо было в магазин заехать за хлебом. Сколько мне километров ехать до них? Блин, 50 километров. Удержит, надеюсь, удержит. Даже сейчас времени нету в магазин заскочить. А магазин вот тут рядом был. Знал бы, так сходил бы. Хотя бы. Ладно. Поедем. Что делать? Такова наша судьба. Еду я в Пабраду. Пабраде. Едут. Ладно, поедем. Погода противная. Ну, тут магазин буквально рядом. За углом там, метров 100. Но там не стать. И потом на Ригу, на Саркандаугу. И когда выгрузка, интересно. Наверное, в понедельник. Знаю, там, может быть, еще и в пятницу успею до вечера выгрузиться. Хотелось бы. Ладно. Как есть, так есть. Нефиг ныть. Он Хесбургер, даже бы туда зашел бы, купил бы себе каких-нибудь чебуреков. Они ехали, говорит, никакого магазина не встретили. Это фигово, и заправки там нет. Это не есть гуд. Я хотел сказать, стоит машина на этом самом, на магазине. О, по троллейбусными проводами ребята ездят. В старые добрые времена. Да? Где-то вот здесь магазин. Вот, Eurobeer был, да, что ли? Не, что там дальше, как по-другому назывался. Вот, стоит какая-то фигня. Наклоненный буз, блин, офигенно. Сейчас будем его проходить.
через 2 километра мне налево. А, тут не едут все, потому что троллейбус переменился. Понятно. Типа тормозит. Сейчас будем через весь Вильнюс ползти. А вторая, кстати, это, по-моему, на Ригу. Нам на 102-ю какую-то. Так и будем ехать. Блин. По второй полосе. Немножко нарушаем, потому что нам все равно потом влево перестраиваться. Там еще один впереди троллейбус. Ой. Короче, я не могу без приключений. Какие-то создаю себе сам я, блин, какие-то создается вот эта вот ситуация. Ведь было же, был известен адрес, город. И спрашиваю, в какую сторону ехать. Ждем адреса. Ну, город-то есть. Главное теперь что? Главное теперь, чтобы ребята место оставили. Вот стоит фура прямо на дороге. Ну как вот тут встанешь? А как вообще она встала? Там, блин, троллейбус едет, он встал. Там даже ни карман, ничего. Здесь какой-то, блин, разворот-поворот. Ой. Через 900 метров влево надо будет ходить. Проедем по Вильнюсу на фуре, по Вильнюсу. Я думаю, что мы этот троллейбус обгоним. Хотя нет, там будет у меня поворот налево. Троллейбусы здесь такие мощные. Через 4,5 часа мне уже заканчивать работу. Через 4,26. Погода не ахти, блин. Ехать в такую погоду, конечно, очень противно. Еще и по городу. Вот Минск, Лида. Мне туда. На Лиду. Обычно. Пумш. Ну, еще один троллейбус. А вот там даже, по-моему, гармошка пошла, один троллейбус. Я буду добираться до пиши 1:05. Офигеть. Что-то какую-то он ерунду пишет. Это что-то как-то, блин, со всей
всеми светофорами, наверное. Честно, первый раз, блин, еду по Вильнюсу на фуре, блин. Офигеть. Я буду вспоминать, ехал я здесь, да, по-моему, я здесь еду на машине, на легковой. Пробочка, блин, все как положено. Пол пятого, конечно, люди с работы едут. Этого я пропущу. А, это по Вейзу едут. Популярный навигатор Waze, конечно, очень удобный на легковой машине. Пробки все показывают, показывают камеры полицейских, но требует интернета. Надеюсь, сейчас больше никто сюда не полезет, это не Франция. Давно по таким городам не ездил в машине. Пробочным, так скажем. Блин, переключился этот меню у меня, блин, на 5 литров в час. И никак я не могу его переключить. Мне надо книжку доставать. Бесит, нафига это вот мне литры в час? Не литры в час он пишет, он мне пишет моментальный, типа, расход, вот который конкретно сейчас. А мне нужен литр в километрах. У меня там уже опустилось, блин, до нормального значения. Да, это я. Вот, продвигайся тут.
Нормалек, нормалек. Нормально, все туда. Давай, приезжай. Вот закончился еще один день. Блин, видеокамеры. А, есть видеокамеры, я смотрю. А, тогда нормально. Блин. Есть, если что. Видеокамеры есть. Так что хорошо. Стоим мы здесь, мы втроем. Валера, Володя и я там стою. Мне пришлось последним встать, потому что я последний приехал. Ну ладно. Я как самый молодой буду охранять всех. Дверь я открыл, чтобы тент не порезали. Вот так, надеюсь, все будет хорошо. О, да, немножко. Ладно, как есть, начальство виднее. Может быть, искали другой груз мне. Поэтому не давал мне сюда ехать. Хотя я уже знал, что надо будет сюда ехать, и надо будет ехать туда. На место погрузки. Я, кстати, даже не посмотрел, что там на месте погрузки. А, есть ли там паркинг или нет. Потому что все надо было быстро делать. Меня ждали здесь. Место как бы они мне сохранили, ребята. Я, главное, им паркинг этот показал, но они поехали первыми на него. Ну ладно, есть как есть, значит. Стоим мы под Вильнюсом. Сука, тут проехал 40 километров от Вильнюса. Еще надо там километров 20-25 доехать до погрузки. Но это будет завтра. И даже не знаю. Если завтра загрузит, хорошо было бы, можно было бы и в Ригу успеть. Это сколько они там работают? Я даже не знаю, со скольки работают в Бобраде и до скольки работают в Риге. Но, думаю, посмотрю сейчас по интернете и буду знать точно. Есть тут туалет, но он закрыт. Нормально тогда. Либо его на ночь закрывают, либо он вообще просто закрыт. Ну ладно, что поделать. Пойду делать ужин и делать видосы. На этом, ребята, все. Завершаю свое видео. Всем удачи, добра, берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Пока.